Задержаниями обернулась попытка ЛГБТ-активистов собраться с символикой движения в центре Петербурга. В полицейский автобус увели и унесли несколько десятков человек. Портал ОВД-Инфо пишет о 30 задержанных. Ранее в социальных сетях распространялись призывы провести на Дворцовой площади одиночные пикеты после серии отказов в согласовании гей-парада. Я сегодня пришла на Дворцовую площадь поддержать ЛГБТ-сообщество, поддержать себя, потому что я очень устала от дискриминации, от мысли о том, что мне нельзя вот так вот выйти и сказать, что мне плохо. Моя страна не хочет слышать, что мне плохо. Моей стране все равно. Во время разгона полицейские обвиняли активистов в проведении несанкционированного мероприятия. Организаторы сообщали о 9 отказах в проведении гей-парада, в том числе с формулировкой о пропаганде сексуальных отношений. Задержанные настаивают, что закон не нарушали, плакатов не держали и лозунгов не выкрикивали, но радужную символику не скрывали.